время за это. Потом фа-фа делай. Сколько можно, блядь? Сколько можно? Анютка, привет. Как-то чувствуется, что какие-то неполадки в отношениях с МП, даже в Дубае отдыхали отдельно. Может, обсудим эту тему? Переживаем за тебя. А как это чувствуется? Не, ребят, все окей. Типа, мы с Платоном отдыхали отдельно, я ему изначально сказала, что это изначально был такой отдых, в котором я проговорила, что я полечу одна с Наташей, я просто хочу отдохнуть. Потому что мы с Платоном часто бываем, типа, вместе, куда-то ходим, часто вместе находимся, и мне просто хотелось отдохнуть, воздуха подышать, так скажем. По-дружески соскучиться. И вот я сразу сказала, что вот так вот. Это Платон полетел потом туда. Тоже. С ребятами, со своими. Он сказал, что ему скучно будет. Что скучно будет одному? Мне он сказал, что он летит в Дубай со своими... Ну, это Платон вообще.